Геральт! Я вижу, ты в отличном настроении. Ну и что? Ничего. Такое оживление тебе к лицу. У тебя уже все есть? Можем идти? Ты разузнала что-нибудь про этого Альберта? Среди чародеев о нем почти никто не слышал. Скорее всего, он просто любитель. Тогда почему сторожи и охотники им так интересуются? Потому что он легкая добыча, разумеется. И именно поэтому мы должны ему помочь. Все готово, можно идти. Жаль только, что ты оделся не так, как я просила. Ты правда думала, что я натяну кружевной воротник и штаны с оборками? Ты бы выглядел замечательно, даже в турнюре. Лучше не буду спрашивать, что это такое. А тебе придется довольствоваться костюмом ведьмака. Так что, идем? Приветствую, уважаемых господ! Мы гости госпожи Вигельблуд. Покажите, пожалуйста, приглашение. Все верно. Вы найдете госпожу Вигельблуд во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Это должна быть какая-то ошибка. Ты же знаешь, зачем мы здесь? Разумеется, но у меня приказ. Проследить, чтобы все гости вошли во владение госпожи без оружия. Зараза. Желаю удачного вечера. Как здесь красиво. Я ужасно давно не была за городом. Но как он мог? С этой тощей вертихвосткой. Не ной. Это не единственный мужчина на свете. Но он же баронет. Эй, Вивианна, не притворяйся, что ты меня не узнаешь. Что ж ты старых друзей не узнаешь? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не валяй дурака, Вивианна. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, конечно, строить из себя благородную, но пока этот барон Эдвард тебя... из канавы не выловил? Ты была обычной. Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знают. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Правду говорят, чем меньше может, тем больше платит. Пойдем, Трис. Не будем устраивать скандалов. Эй! Вивианна! Ты мне больше нравилась, когда работала в каретах у пассифлоры. Вернись назад. Отвратительный тип. Я еще с тобой не договорил. Знаешь, тут трудно сработать. Вечный огонь пылает и все такое. Мамочки, ну и чудище. Я кровь! Ну и набрался же он. Морец? Что ты здесь делаешь? Малютка Мериголь. Ну и ну, а я думал, будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась. Но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда? Если хочешь, можешь присоединиться к нам. Трис, мы здесь по другому делу. Нет, именно поэтому. Ну, Морец. К вам? Это к кому же? Среди них есть и твои друзья. Когда мы все соберемся, я выведу вас. Ты выведешь? Прости, Мериголь, это все равно, что дать себя вести хромому утенку. За сим прощаюсь. Кто это был? Это мой старый знакомый. Морец Диффентель. Я потом тебе расскажу.
Давай посмотрим, что здесь. Ну как? Истина такова, что мы уже зависим от черных. Экономически. Кто желает быть следующим, прошу. Сударь Диванон освободил место у стола и уже, должно быть, не вернется. А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил. Так что, сыграем? Первым вашим соперником будет граф Вальдемар де Крон. Он может позволить себе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. Играем.